Друзья, всем огромный привет! Сегодня была в магазине «Светофор», что-то я в него стала частенько захаживать. Никогда я там не покупала продукты, старалась как-то обходить их стороной, но в этот раз соблазнилась. 165 рублей килограмм мяса. И купили мы на 5 килограмм вот такой кусок мяса. От него отрезали, значит, прослойку. Вот здесь была она длиннее. И ребра были. Ребра у нас отдельно. На раз нам хватит как раз. Потом, значит, на два раза нам хватит с прослойкой капусту потушить. Вот. Очень даже хорошая прослоечка, вкусная. И вот этот кусок на 2,5 килограмма я оставила запечь в духовке. Потому что на Новый год... Я редко свинины покупаю. Но на Новый год хочется что-то вкусненькое. Карбонаты, буженины, вот это все, оно, конечно, продается в магазине, но я предпочитаю свое. Я частенько так делаю, когда вот особенно праздники, промариную, потом запеку, и я могу резать хоть на стол нарезку, а хоть и в салат это мясо. Вот такой кусманище. Я оставляю шкурку, и сальцо оставляю, и все это запеку специями. Маринадом промаринуется и будет очень вкусно. Я считаю, что на рынке мясо продается, тоже не частник продает. Он продает частник, но он закупает тоже на мясокомбинате. Поэтому чем это мясо хуже? Посмотрела, по цене меня устроило на 800 рублей, 5 килограмм. Я считаю, что еда, полный стол лежит еды. Так что можно закупаться в Светофоре, кое-что там интересное есть.